кидаю я мозг и убегаю. О, новый синий зомбик. А он прыгать умеет, ребята. Если желтые не умеют прыгать, этот... Иди сюда, дорогой. Все. У меня синий и желтый зомбик, ребятки, уже пойманы. Уже у меня они вот есть. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра. И сегодня мы будем играть в новую игру под названием Zombie Catchers. Так, ну что ж, дорогие друзья, в эту игру мы еще с вами не играли, так что давайте, собственно, начнем. Мачина, наш лимонад расходится как горячие пирожки. Для новой партии лимонада нам требуется больше ингредиентов. А знаешь, Эй-Джей, что будет еще круче миллиона довольных покупателей? Миллиард свежевыжатых порций каждый день. Так, ну что ж, давайте отправимся на поиски. На поиски зомбиков. Так, это первый уровень. Он у нас, наверное, идет как тренировочный. Добро пожаловать на болото. Да, здесь нам сейчас тренировку покажут. Потренируйся на чучеле. Ну давайте, потренируемся на чучеле. Так. Где ж чучело-то? А, вот чучело. Все, мы его поймали. Есть, отличненько. Так, что у нас дальше? Так, отлично. Пора поискать свежее мясцо. Все, ребятки, мы с вами тренировку прошли, наверное. И... А, нет, это, наверное, второй уровень тренировки. Давайте посмотрим, что у нас здесь, что нас ждет. Так, мы на месте. Зомби обычно прячутся в трясинах. Придется пораскинуть мозгами, чтобы их выманить. А для того, чтобы их выманить, ребятки, у нас есть мозг свежий. И зомби таким образом... Ой, не ту кнопочку нажали, подождите. Хопа. Теперь давайте спрячемся. А вот и зомби, ребята, давайте словим его. Вот так вот, все. Желтенький зомби, словлен. Так, найти другую трясину, хорошо. Вот и оно. Давайте кинем мозг и убежим. Ага, попались. Все, ребята. Отличненько. Отличненько, зомби все пойманы. Так. Отлично, управляешь с гарпуном, Эй-Джей. Все, возвращаемся в кафе. Все, ребят, едем в кафе. Что у нас в кафе? Мы 3 зомбика поймали и 11 плутония заработали. И 110 монет. Давайте перейдем, собственно, в кафе и посмотрим, что нас здесь ждет. Так, хорошо поработал, Эй-Джей, но настоящая работа только начинается. Так, ну хорошо. Какие сочные, так и хочется уже их выжимать. Так, ну что ж, давайте их начнем выжимать. Вот у нас соковыжималка специально, или зомби-выжималка, то есть, а не соковыжималка. Вот где творится настоящая магия, готов начать. Все, зомби-выжималку, загоняй их и начинай, не торопись. Все. Все, ребята, пошел отжим. Из наших зомби выдавливают сок и будут, наверное, продавать. Буль-буль-буль. Все, первая партия ушла. О, отлично. Ребята, отличненько. Так, нажмите, чтобы повысить уровень. Новый уровень. Так, о, ребят, посмотрите, у нас новая экипировка. Это реактивный ранец, с помощью которого мы сможем, наверное, летать. А также 2 плутония. Отлично. Так, давайте закроем здесь. Так, начало положено. Пора задуматься о будущем и инвестировать во всякие новодумные прибампасы. Ага, зайди в магазин оборудования и купи ранец на наши экипировка. Все, ребята, мы купили ранец. Закрываем магазин. И что у нас дальше? Что у нас здесь? Зомбики. Ну, смотрите, они тут выжимаются, смотрите. Осталось еще 10 секунд, и из наших зомбиков уже просто-напросто не будет что выжимать. Из них уже все выжили, все, что только можно. Все, ребята, ну, давайте посмотрим. Все, это было последнее. Смотрите, осталась только голова. Так, ну, в общем, все, весь мы сок раздали, ребят. Так, это что у нас? Поисковый дрон, новый уровень. И 2 плутония еще, отлично. Так, бизнес процветает. Нам нужно обеспечить бесперебойные поставки зомби, да побыстрее. Я запрограммировал нашего дрона, чтобы он отслеживал все активности зомби на болотах. Пойдем и проверим, как у него дела. Поехали. Так, зомби найдены. Ну что ж, посмотрим, как тут дрон справился. Это карта мира. Дроны будут искать зомби и фиксировать их местоположение. Нажми на дрона, чтобы он начал поиски. Отлично, зомби обнаружены, ребят. Так, у нас есть уже ранец, да? Ловить зомби. Давайте выберем ловить зомби и приступим к нашей ловле. Так, ну что ж, здесь у нас, ребятки, с вами уже у нас есть реактивный ранец. Просто круто. Так, я так понял, сюда нам надо бросать мозг и сюда прятаться.
Опа. Иди сюда. Куда убегаешь? Куда убегаешь? Стой, 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 стой. Иди сюда, дорогой. Так, все, отличненько. Идем дальше, ребятки. Нам еще нужно поймать 3 зомбика. Давайте бросим и спрячемся, что ли. Ай, мимо, мимо, мимо. Быстрее, 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 ты убежит. Все, отлично. Еще один зомбик остался нам. Давайте спрячемся за вот этот. Ух, мы летать умеем. Вау, круто, круто, ребят, вы видели? Так, давайте спрячемся за вот этот камень. Ага, попался. Ха-ха-ха. Все, ребятки, все зомби пойманы. 5 штучек. Отлично, зомби пойманы. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Все, давайте, можно перейти назад в кафе. Так, давайте перейдем назад в кафе и засунем наших... Так, Эй Джей, у меня хорошие предчувствия. Знаю, бат, этот бизнес обещает быть куда более выгодным, чем предыдущий. Ага, ну так давай займемся развитием бизнеса. Надо поднять его на новый уровень. Смотри, вот активные задачи. Чем больше их выполнишь, тем больше будет награда. Отлично. Так, продать товары. Так, для того, чтобы их продать, мне надо, ребята, выжать. Все из... Так, завершить партию. Один плутоний. А так надо ждать полторы секунды. Давайте, можем быстро... А, видите, мы купили, и за один плутоний мы быстренько выжимаем их. Нужны еще ингредиенты. Так, ребятки, это все, конечно же, хорошо, но нам нужны зомбики. Задача продать 10 товаров. Все, ребятки, задачи выполнены. 10 товаров мы продали. Ага, новый продукт. Ребята, новые зомбики какие-то синие, из которых будет новый синий лимонад. И 2 дали мне плутония. Отличненько. О, зомби найдены, ребят. Можем... Ой, в магазине что-то есть. Дополнительно. Смотреть снаряжение. Так, ага. Все это все покупать за деньги только надо. Так, ребят, ну что ж, давайте перейдем. Там нам дрон уже наш говорит, что зомбики наши обнаружены. Так что давайте перейдем на болото и, собственно, начнем их ловить. Да. Так, ну что ж, охота началась. Так, кидаю я мозг и убегаю. О, новый синий зомбик. А он прыгать умеет, ребята. Если желтые не умеют прыгать, этот... Иди сюда, дорогой. Все. У меня синий и желтый зомбик, ребятки, уже пойманы. Уже у меня они вот есть. А ну, держи. Ого! А что это на нем? Что это на нем за такая... Я не могу пробиться. Ура, ребята, я поймал его. Все-таки в кустах еле-еле догнал. Туда мне просто нельзя забежать в кусты. Там я потеряюсь, короче. Или меня там просто-напросто съедят. Вы видели, ребят, что творится-то? От меня хотел сбежать зомбяк. Но этому не бывает, мы его словили. Все, отличненько. Ага, и ты тут. Все, ребятки, посмотрите, как прикольно мы их всех поймали здесь, на этом уровне. Так, отличненько, все. О, плутония еще заработали. Так, отличненько. И давайте зайдем в кафе. Посмотрим нашу новую задачу. Что же нам нужно теперь сделать? Так, купить зомби-выжималку. Синюю нам надо, пишут. И улучшить мощность нашего пистолета. Давайте купим зомби-выжималку за 200 рублей. Отлично. Освежающие напитки и лишь капельку радиоактивные. Да ладно, это не опаснее ужина в микроволновке, если проглотить ее прямо с ней. Все, отлично. О, отлично, у нас есть этот зомби. И тут есть. Все, ребятки. Так, что нам еще нужно? Ага, нам нужно еще улучшить мощность этого нашего пистолета. Улучшение купить? Да. Все, ребятки, улучшение мы купили. И таким образом мы с вами только что все сделали. Так, тут можно за... Как ускорить? А, пока что нельзя. А, нет, можно. Но этот уже 24 секунды ускорять не надо. А этот пока еще нельзя, я понял, хорошо. Ну, пускай уже доходят здесь. А у нас там идет поиск зомби. Давайте перейдем
Зомби, так. Найти зомби прямо сейчас, 8 плутоний. Давайте, все, зомби обнаружены, ребятки. Так, ну что ж, так, модель 1, требуется 15 уровней. Ага, все, понял, давайте ловить зомби. Отличненько. Так, что у нас здесь? Охота началась. Так, охота началась, это просто замечательно. Давайте кинем мозг, наверное, и будем убегать. Ага, попался, ха-ха-ха. А мозг нельзя назад мне забрать? Нет, нет, нельзя. Это за палка такая. Бяум, бяум, бяум. Так. Ого, зомби в бочке, ребят. Быстрее, быстрее, быстрее. Надо разбить его. Фух, ребятки, успели поймать, пока он не убежал в лес. Это просто отлично, потому что сбежал бы и все. Идите сюда, дорогие мои. И ты иди тоже. Все. Все, ребятки, я всех зомбиков поймал. Все просто замечательно, все просто круто. Так, что у нас дальше? Кафе. Так, переходим в кафешку в нашу. И давайте, наверное... ага, коснитесь, чтобы повысить уровень. Все, ребятки, новый уровень. Улучшение сока и соковыжимал или зомби-выжималки, и, а также плутоний. Теперь ты можешь улучшаться зомби-выжималки, чтобы увеличить объем партии и улучшить качество наших порций. Посмотри сам. А, все, теперь мы больше можем, наверное, вместить зомбиков туда. Все. Посмотрите. Можно еще быстрее ускорить. Посмотрите. Ого, ребята, как у нас бизнес пошел. Посмотрите. Отлично. Так, и синих 3, да? Так, задачи у нас какие, ребят? Ага. Продать 10 синих товаров, а также улучшить зомбовыжималку. Мы зомбовыжималку улучшили. И товары наши расходятся. Вот осталась буквально 1 минута, чтобы наши товары уже... Ага, вот. Вот здесь вот надо будет улучшить нам. Угу. Все, 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 теперь все мне понятно. Так. Давайте продадим 10 товаров, чтобы уже задание наше закончилось. Так, а пока что посмотрим, что у нас есть здесь в магазине. Так, в магазинах даже есть плутоний, ребята, но его нужно покупать за настоящие денежки. Так, зомбовыжималки у нас здесь есть. Пока что только 2. Это желтая зомбовыжималка и синяя зомбовыжималка. Так, как говорят дети, банановая и еще какая-то там. Дроны пока недоступны. Дополнительно пока мы можем... покупать, смотрите, разные здесь шапочки, шляпочки. Все это стоит очень много денег, видите? А, смотрите, маска козла какого-то. Прикольно, да? Посмотрите, какие маски прикольные здесь есть, ребят. Ого, какие страшные. Прикольно. Так, все, ребятки, там мы прошли, все, 10 товаров мы с вами продали, и мы продолжаем, все, зомби обнаружены, мы продолжаем нашу игру и ловим зомбаков. Давайте посмотрим, что здесь у нас дальше идет-то. Поехали. Ага, попался, иди сюда, дорогой. Так, этого мы съели с удовольствием, все, отличненько, все хорошо у нас. Так, съели, говорю, поймали. Ого, как быстро убежал, ребят, вы видели? Но этому не бывать, потому что... Ого, побежал как... Да что ж ты будешь делать, а? Вот так вот, иди сюда. Так, остался один зомбяк, вот он. Куда, куда, куда? Иди сюда, дорогой. Все, никуда от меня не сбежать тебе. Так что теперь все, отправляйся в кафе. Я тебя буду выжимать из тебя сок. Буду выжимать из тебя сок. Так, что у нас здесь в кафе теперь творится, ребятки? Так, а в кафе у нас теперь творится, творится, творится. Так, давайте, наверное, засунем зомби. И сюда. Все, пускай выжимаются. Так, нам нужно продать. Ага, коснитесь, чтобы получить уровень. Ага, новый уровень. Улучшение зомби-выжималки синий.
экипировка, новая экипировка, потом новые рейтинги, два плутония. Хорошо, так. Ого, ребята, давайте посмотрим, что это такое. Ага, ну что, AJ, думаешь, ты уже стал крутым охотником на зомби? Вроде бы уже неплохо наловчился, а что? Оказывается, Интергалактическая Лига Истребителей назначила награду за полное уничтожение всех вредителей. Интересно, и что же нам будет за это? Если ты переловишь всех зомби во время одного захода, ты получишь значок мастерского захода. Докажи, что ты лучший охотник на зомби, собирай значки и получай повышение. Кстати, я еще не говорил о наградах. За какое новое звание ты будешь получать дополнительные награды? Мне уже не терпится начать. Так, ну что ж, ребята, здесь нам дают награды. У нас награда новичок. Отличненько. Так, ну что ж, что нам нужно? У нас такие задачи, ребятки. Продать что-нибудь. Продать что-нибудь, улучшить себе соковыжималку и купить экипировку. Так, давайте, наверное, пока что улучшим зомби-выжималку нашу. Так, это мы задание выполнили. Так, и купилось на... И купить экипировку. Так, экипировка у нас стоит 600. Но нам немножко не хватает, ребят. Для того, чтобы ее приобрести, нам нужно продать, наверное, все... Давайте продадим все коктейли, а потом уже будем думать, что мы сможем продать. Ой, что мы можем купить и продать, в общем. А 600 будет или нет? Нет, 510, 520. Ребята, нет, 600 не будет. Так что давайте пойдем ловить зомби, а потом уже купим экипировку новую. Так, ну что ж, давайте, полетели. Так, что у нас здесь? Охота началась. Без проблем. Ах ты ж, куда ты? Стой, стой, стой. Иди сюда. Собрался убегать далеко-то. Ай, да как? Ай, змея, змея, меня укусила змея, ребята. Быстрее лети, быстрее. Ай, меня укусила птица. Да как так? Он что, убежит, что ли? Ребята, зомби мой сбежал, вы представляете? Зомби мой сбежал. Меня укусила змея, вы видели? Надо ее убить, чтобы она не мешала нам. Что у нас? И вот эта летучая мышь тоже нас укусила. Это ж надо так, а? Да что ж ты будешь делать, а? Быстрее, быстрее, быстрее! Зомби убегает в другую сторону! Ай-яй-яй-яй! Быстрее, быстрее. Еще надо его броню разбить, ребята. Нет, не поймали, не поймали, ребята. Броню разбили, но самого зомби не поймали. Да что ж такое-то, а? Как же тяжело здесь на этом уровне-то было. Так, у нас есть последняя попытка, ребятки, поймать два зомбика. Куда ты? Иди сюда. Вот так вот. Ага, тут бочки, ребята, вон бочонки. Еще и прыгает. Ох ты такой зомби злой, а. Иди сюда, все. Задача вроде бы выполнена, ребят. 4 из 4 зомби пойманы, ребят. Мы заработали кучу монет, теперь мы на эту кучу монет обязательно сейчас купим с вами экипировку, которую от нас требуют. Зайдем в магазин, давайте. Экипировочка. И вот она, ребятки. Вот это нам ее надо купить. Так, максимальный боезапас 20. Ага, хорошо. Все, экипировочку мы вроде с вами купили, дорогие друзья. Так, продать что-нибудь. Давайте продадим что-нибудь. А, у нас не хватает зомби для того, чтобы выжимать, да? И там идет время на поиск. Ну, хорошо, ребятки. Пока идет время, мы с вами займемся совсем другими делами. Будем снимать вторую часть. Так, ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы играли в ловец зомби, или охотник на зомби, или ловцы зомби, или зомби-кетчерс. Кто как, в общем, говорит, кто как хочет, так и называет. В общем, вы были на канале Вечное Детство, с вами был, как всегда, Юра. Мы будем проходить эту игру, так что подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте пальчик вверх и оставляйте комментарий. До скорых встреч, друзья, пока-пока!